Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Питерсон, я Эдуард Питер. И сегодня утречком, пока я вам ел первое видео, я несколько поголодался и решил себе сделать простую русскую еду. Это жареную картошку с луком. Иногда хочется, вы знаете, иногда хочется такое что-то простое, без всяких наворотов. И так как я сейчас фуд-блогер еще добавлю, да, то я думаю, что вот здесь мы с вами будем фотографировать эту самую картошку. Просто украсим ее луком и, может быть, огурчика положим, может быть, вот... Добавим вот этого крашеного лучку или базилику, не знаю, базилик чересчур, а вот лучку, наверное, да. Я сделал тут такой переносной быстренький отражатель, то есть две палочки, вот, обмотал изолентой, насадил сюда белый, и все прекрасно будет теперь, будет отражать. Сейчас этот яркий кусок уйдет, и мы с вами... сфотографируем уже вот здесь тарелочки. Так, здесь у нас жарится картошечка. Помешаем ее. А здесь томится лук. То есть очень много масла, и лук должен здесь не поджариться, а вот как бы потомиться немножко, он будет такой коричневый и очень вкусный. Поэтому мы сейчас будем за этим следить, потому что буквально за 5 минут он может из коричневого превратиться в черный. Так, украшением будет служить нам маленькие огурчики, обмениваем. Делаем маленькие огурчики. Интересное кино. Куда я дел? А вот они. Вот эти вот маленькие огурчики положим там. Так. И сейчас я еще порежу зеленый лучок. Маленький тоже посыпем сверху. И должно получиться хоть простое, но красивое блюдо. Так. Сейчас. Сейчас. Посолю я картошку в самом конце, чтобы не размякла и румянец не пропал. Ну что ж, ребята, ждем. Ну и заодно скажу, прошу не обращать внимания на мою форму одежды, да? Это у меня фарточек теперь, так как красоваться в поварской деревне я в этом не хочу. Будут напоминать о былых временах. Ну, кого-то, может, слезу пробьет, а кто-то будет меня осуждать. Я не хочу, деревня маленькая. Поэтому вот я это одеваю теперь вместо фарточка. Ну, чего не так все видно. Итак, смотрим, что у нас происходит. Собак, вот ты мне мешаешь здесь, честно. Да, вот это самое место, ребят, когда оно уже начинает, и тут надо очень быстро и аккуратно сначала помешать. Я бы такой, что я вообще отключил сейчас плитку, потому что она уже и так зайдет. Что у тебя собака там? Мечик? Ну зачем ты его сюда закидываешь, на? Иди.
Так. Картошка уже тоже на подходе. Красивая. Чудная картошечка. Так. Все хорошо, ребята. Вот это главное. Главное вот это не пропустить. Вот он набирает такой коричневый блеск. И другого нам не надо. Все. Готово. Отключаем. Здесь готово. Открываем корнишоны. Достаем штуки три небольших. Собак, тебе нравятся такие огурцы? Ну, я не думаю. Так. Ну и давайте, наверное, выкладывать теперь уже. Пора настала, да? Есть нужный инструмент, который мне сказали очень нужный. Шумовка называется. Вкусно. Сфотографируем, да еще и поедим. Так. Вот так вот. Это берем, пускай дожаривается. Сверяем, очень вкусный. Так. Так. Я думаю, их разрезал тогда. Так, сейчас, ребятки, я быстренько порежу. Так будет, как бы, мне кажется, интереснее. Еще один. Так. Быстренько крошим еще один. Ну и тут посыпаем лучком. Ну что, вот аппетитное блюдо получается, да? Так. Ну и ставим на место. Берем вилку. Берем камеру и начинаем. Так, необходимо немножко сдвинуть сейчас. Так, чуть-чуть я сдвинул. От этого яркого пятна я хочу уйти. Когда у меня будет большой диффузор, я смогу тогда как бы это использовать, а пока нет. Ну что, ставим сюда наш прожарки. Отлично. Дополняем парочкой жареного картофеля здесь,
здесь. Вот. Ну, будем фотографировать. Давайте это сделаем. Так. А что ж такое? Камера опять забыла. Поехали. Темно. Так. Что будем сейчас сделать? 4. ИЗУ сделаем на 400. Ну и вперед. Потому что я хочу сам проснуть. Вот. Другое дело. Так. Отлично. Теперь сбоку. Я заметил, что вот такой ракурс тоже довольно-таки интересный. Как снимать. Так. Так. Неплохо. Теперь сверху. Что надо. С этого положим вилку здесь немножко вот так. Ну вот так, на низком сфотографируем еще. Ближе. Это поближе. Очень низко с ней. И чуть выше. Тоже интересный кадр получается. Ну и еще вертикально сделаем. Сейчас, ребята, я это схомячу и упадем в фотошоп, посмотрим, что мы тут нафотографировали. Хорошо? Так, ну вот такие я загрузил фотографии, кое-какие уже отметил звездочками. Так, это общая картинка. Надо было еще залезть со всех, совсем сверху снять. Такая вот. Ну такая. Ну там достаточно должно быть. Так, значит, выбрать с рейтингом и открыть изображение. Угу. Так, ну вот это с этой почти идентичное, поэтому это я уберу. Вот оставлю. Так, коррекция цвета. Немножко тут подкорректируем. Вот так. Хорошо, больше тут ничего не надо. Может быть, только что резкости добавим.
эту черного чуть-чуть, вот так, чтобы поярче это все было, смотрелось поярче, да поярче, вот, опа. Нет, это мне не надо, никаких контур не собираюсь вводить, отстаньте от меня. То есть вот так, жареная картошка, отлично. Дальше поехали, то же самое, возьмем сейчас, чуть подсветим, подтемним, скажем ей фильтр усиления резкости, сделаем резкость усиленную, ну, на. Так. Тут новинки, правда, тут что-то немножко не то. Сейчас уберем. Да и все. Так, теперь здесь тоже надо резкость добавить, да? Немножечко. Чудненько. Ну и последнее, так что здесь, ну, может быть, и откадрируем немножко. Типа вот так сделать. Так. Так. И вот так. Вот так. Затемняем, так, и добавляем резкости тоже, в умную резкость добавляем, все. Ну а далее сохраняем и на сток, вот и все.